Всем здорова, дорогие друзья, вы на канале Хаотабич ТВ, это у нас новый видос. Так, что в магазине? Офигеть! Ну, короче, что мы сегодня будем делать? Будем дальше проходить, ребят. За время, которого не было видео, я уже успел пройти несколько миссий и... Ну, как миссий. Не знаю, как назвать, но... У меня уже третий ранг. Сила 3, 23. И вот, короче. И мне, ребят, перед началом ролика нам нужно сделать вот так вот. Заходим в настройки. На подключение нажмем. Мне написали в комментариях, что нужно сделать-то. Попустить. Давайте, ребят, я как зарегистрируюсь, включимся сразу. Я не стал регистрироваться, как я ввел пароль почты, и потом такой думаю, если вы наберете 10 лайков, конечно, это возможно, невозможно. Блин, ну чё... Подождите, раз мне микрофон упал. Сейчас, ребят. Все нормально, надеюсь, да? Прости меня, микрофончик. Короче, идем в бой. И... Блин, а можно мне как-то на паузу поставить? Окей. Ты чё, офигел, а? Ага. Сундук гони. На. А, почему я опять за этого персонажа играю? Потому что я ее прокачал. Наконец-то, ребят, я прокачал нормальный перса. Ё-моё, чё я у него попасть не могу? Чё он... Я промолчу, ребят, так что... Не будем сегодня играть, я вам расскажу важную информацию. Ну, как не будем играть, не знаю. Выйти... Всего 4 очка, ранг 6, в кавычках, конечно же. И я не знаю, что делать, ребят. Чё ты там говоришь, а? Короче, ребят, пока вас не было... Пока вас не было, да, ребят. Пока я не снимал во время съемки, я решил пооткрывать кейсы, ребят, и одиночное столкновение открыл, и там парное столкновение, ну, блин, если честно, я вообще не разбираюсь в игре, так что вот. И видите, ребят, я, получается, ну, это мы на видео... Сундук, по-моему, не на видео. Но событие столкновения открыл, ребят. Я, по-моему, 4 сундука открыл. Или мне так показалось? А, ну да, 4 сундука, ребят. В первом сундуке я не помню, что выбил, но сейчас появится картинка, что я выбил в первом сундуке. Затем событие столкновений, что я выбил во втором сундуке. Сейчас появится на экране. В третьем, ребят, что выбил, сейчас появится на экране. И в четвертом. Я там прокачал полностью Шелли. Шелли ее зовут, я не помню, если честно. По-моему, Шелли полностью раскачал. Прокачал, точнее. И этого, как он называется? Нига, ребят. Нигу прокачал. Ну, не на полный, конечно, но все равно прокачал, ребят. Так что вот. Вот так вот. Так, давайте бойцы перейдем. И смотрите, видите, то, что у меня Шелли на 7 прокачанный из 50. Ну, я не на все, конечно. Но у меня сила 3 Шелли и сила 2 Нита. За Ниту я еще не играл, когда прокачал. Так что вот, давайте посмотрим,
Кольт, Бул, Джесси, Брок, Динамайк, Бо. Короче, не знаю. И, да, если вы наберете 10 лайков, я зарегистрируюсь, и мне вы... Ну, зарегистрируюсь, вот. Вот тут тут Супер Кэл Айди. Мне в комментариях посоветовали написать. И тогда уже я, ребята... Да, у меня вылетела игра. Я не знаю, почему она у меня вылетела. Ага! И сегодня уже, ребят, следующий день. Потому что мне вчера как бы вылетела игра, ребят. И я не захотел дальше снимать. И потом всё-таки хотел удалить уже это видео. И потом думаю, а чё я сделаю, как бы... Уже столько информации рассказал, как бы... Неохота её как бы выбрасывать. Чтобы вы знали, я это видео уже раз... Четвертый записываю. И так вот. Ну, короче, в первом что выбил, во втором что выбил, в третьем что выбил, и в четвертом что выбил, вы увидели на экране. Может, тут сейчас все в ряд выставлю так. Ну, короче, я думаю, это будет у нас... как она? Не трансляция, а типа... Новая фишка Ютуба, которая была. Эфир. Нет, не эфир. Премьера. Премьера, ребят, это, скорее всего, будет. И, наверное, это будет премьера. О, смотрите. Новое событие через 11 часов 11 минут. О, будем ждать. Хе-хе. 11 часов, 11 минут. Так, ребята, кто купил билет на мой видосик, ставьте лайк. Кто не купил, тоже ставьте лайк, ребята. Как бы лайки не ставятся только у очень плохих людей. Так что, я надеюсь, мои подписчики хорошие, так что будут ставить лайки, ребят. И вот, боец. Чё это, блин? Ну, нажал, и что? У меня все равно нет кристаллов. Ага. Покупать, сами покупайте. О, смотрите. Чё, прокачаем кого-нибудь? Давайте все таки Ниту прокачаем. Нига. О, разблокировали улучшение. Ну, и на Шелли как раз у нас хватит. О, давайте бесплатный ящик откроем. Барли. Ебой, ребят. Редкий. Первый из 4 бойцов. Ебой, ебой, ребят. Пишите в комментариях, у кого есть Барли. Ну, не в комментариях, это же, скорее всего, будет... Это как она называется? Премьера. Так что... Ставьте лайки, ребята. И пишите на премьере. Подождите. А, я понял. Бойцы, ребята, это вы что? Давайте его это попробуем, ребята. Хе-хе-хе. Ща, ребята, такой замутим, просто мутим. Такой страшный, я б не лез ко мне. Я б не лез ко мне. Ага, чё ты, а? Чи? Убил? Чего? Меня убили? Давайте посмотрим. Фу, некрасиво, фу, мне не нравится. А, чё вы мне, чё вы так радуетесь? Или не радуетесь, наоборот. Красиво, ребят, конечно, танцует. Но мне не нравится. Ой, простите. Болею вся, ребят, такие болею. Потому что лайков мало ставите, ребята. Просмотры нормально набираете. Хотя тоже мало. Ага, чё ты стреляешь, а? С
своей пукалкой. Чё меня реально убивает? Чё я такой нуб, что ли? Я вот без видео хорошо все проходил. Окей, давайте не столкновение. Не будем новые. Пофиг, ребята, я все-таки должен хоть кого-нибудь убить. Вот убей меня, но я все равно убью. Кого-нибудь убить надо, убить надо. Я, ребят, все-таки буду снимать. Это у нас уже, по-моему, третья или четвертая серия, ребят. Да в смысле меня убивает? Достали, слушайте, а? Ряд, сейчас, если вы поставите лайк, я точно выиграю. Давайте, раз, два, три. Все, лайк быстро поставили, и сейчас убью кого-нибудь. 100% убью. Чё я такой уверен? Опа. Ай, ай, давай, давай. О, ребят, вы чё лайки не ставите? Ставьте лайки, и я буду побеждать. Чего? Повтори. Чё у него за полотенце? У меня вопрос. Или это доска согнутая? Бойцы, чё там ещё? Улучшить? Да, давайте улучшим. Деньги мне дайте, я улучшу. Короче, ребят. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии и не комментарии, и все, пишите, и всем удачи, и пока-пока.